Да, вот это из Москвы облава, знаете, да, Израиль такой, будет там что-то вещает. Я не понял, вот вы думаете, из Москвы, что ли? Не Израиль гранат платит. Его вот продраться, не на гранатке, вы мы не плохой пример. Вот я надо к вам приду, я вот кота возьму, я кота и все. Так, мне хватит хотя бы, нет? По 20, да, не? По 20? Да. А то сейчас... 148. А то это чуть драку не цепил с бандитами, понимаете? Сейчас такой был в 2000 году, скажу вам. Прошло как бы 20 лет, они не поняли. Си-си-си-си. Я по мэрам, понимаете, не отвечаю. Ни за бордель, ни за губернаторов выбор, ни за голодающую страйку где-то там в Израиле. Кто-то еще мне это прерывал, срок дергал. Си-си-си-си-си. Они считают, я должна им заплатить за дело Лужкова, понимаете, за тех мэров, которые голодают то в Нью-Йорке, то здесь. Я не понял никак. То-то здесь я не могу ничего купить, понимаете, я у вас не куплю. Вот там 150 и давайте. Так идет охота за еду, я не веду. Хорошо, что они кота не взяли во внимание, как это говорит. Помню, что я уже котом. Бай-бай. Спасибо. Так что мы вам не скоро заявим.